Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем обзор игр Game Pass, которые вот-вот приходят к нам. И сейчас я попал выбор на игру про акулу, где мы будем есть человеков. Поэтому давайте посмотрим, что на себя представляет. Поехали. Так, settings. Мне игра очень-очень-очень громко. Прям очень, прям в уши бьет. Music volume. Так, ну по уровням вроде. Давай сделаем все на восьмерочке. Это даже, наверное, на семерочке, блин, потому что слишком громко. Так, вроде есть, вроде есть. Окей, мэппинг, геймплей. Так, ну локализации тут нет, окей. Сохранила же, да? Можно даже общую еще тише сделать. Все. Погнали есть человеков. Слот один. Man Eater. Я как-то видел ее в Ютубе. Сейчас добавлю, аж интересно стало. То мы обычно каких-нибудь за рыбаков играем или еще за кого-нибудь. Ой-ой-ой, как громко. Не, скипнуть мы не будем, сейчас потише сделаем уже после. Поймали акулку. А, типа акулу-убийцу поймали. Да-да-да, давайте. Не ту акулу поймали. Ничего. Так, это уже я, да? Да, это я. Вверх. Вниз, окей. Settings. Не, инвертировать не надо, отлично. Так, надо потише сделать, потому что писец как громко. На пятерочку. Очень громко. У меня в ухе. А сейчас вам добавлю еще. О, мне нормально. А вам сейчас надо будет добавить, наверное, чуть-чуть. Сейчас мы это сделаем. Вот так. Все. Атака, да? Атаковать, это мы поняли. Shift ускорение, бить хвостом. А чего мне три надо уничтожить? Думаю, сейчас найдем. Зачем же так глаза-то слепить, а? Три рыбёхи съесть, да? Одна. Одна. Еще одна. Окей. Mission complete. А мы так когда будем прогрессировать, интересно, там больше становиться, какая-то ветка развития. Так, все, рыбешек мы наелись. Погнали дальше. А, правая кнопка. Оглушить рыбу, да? Это просто бить. Плывем на точку. Обучение лайтовое, управление лайтовое. Давай, давай на нас канализации выбраться. Выбраться отсюда.
Ломай, давай, это нас ждет месть. Ну, почти Sea of Thieves даже. Окей, мы выбрались. Что нам дальше? Какие-то точки есть? Face of the water and talk your prey. A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. А я в бассейне в каком-то, серьезно? А что за ограничение? Так, нам надо, короче, сбежать, да, с этой ловушки. О, тут человеки отдыхают. Иди сюда, человек. Ням-ням-ням. Приятного аппетита. А я видел, тут еще большой катер был. А что это такое? А, это водоросли. Думал, что разлитая желтая. Ты нас не увидишь. Ням-ням-ням. Так, а на меня охотиться кто-то будет? Они же должны будут так нырять, но это мы знаем. Так, я слышал дельфинчиков, но дельфинчиков трогать не хочу. Дельфинчик. Лаунж. Типа высоко прыгать, чтобы. Ну, я сделал такие прыжки. Давай еще. Ну что ты от меня хочешь? Я все правильно делаю. Два раза получилось, один раз нет. Просто выпрыгнуть из воды? Нет, на шифте, все правильно. Ладно, пусть висит. Когда-нибудь да получится. Окей, что от нас требуется вообще? А может просто на шифте вылететь надо? А, просто на шифте надо было, окей. О! Hold. Так, они слишком близко к берегу плавают. Ох, нихрена себе. Ты не спасешься. Ням-ням-ням. Опасно плавать в морях. Тебе не выбраться. Есть. А что вы, зеваки, смотрите? А я могу туда выбраться? На-на-на-на-на. Всем пока. Я домой, обратно в воду. Кораблик, кораблик. Ну, задержи левую кнопку.
челюсти акулы. Да, челюсти 5, наверное, выпустили уже какие-то. Будем. Окей. Я не пойму, что от меня хочет. Зажми левую кнопку. Типа поймать цель. На какой-то цели нажми. Направив на объект левую кнопку. Может, при захвате объекта? А. Типа делать какой-то рывок. Типа красивое добивание. Не пойму. Окей. Так, теперь... Terror of the Bay. Теперь надо куда-то добраться. Kill the Beach Gores. Это кто? Я стал больше вообще, нет? Вроде такая же акулка. А, его, а, их подкидывать, типа, можно пинать. Ням-ням-ням. А чё они не текают никуда? Оп. Я почти пиранья. А, мне на пляж вылететь. Human. Ага, все, надо возвращаться, возвращаться, возвращаться в воду. Мне плохо. Я тут долго находиться не могу. Я понял. Квесты. L. Meat bait. Story. Босс один. Ага. Здорово, босяра. You can reach it, but this use air launch. QE это у ворота, да? Так, надо отплыть. А, в смысле? Тут еще он такой снайпер у них. Ням-ням-ням, снайпер. Где он тут? Водолаз хренов. Не на того напал. Ныряем. Еще один. Та-та. Ныряй, 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 ныряй! Да ныряй ты! Ням-ням-ням. Охотники хреновы. Экшон, экшон. Так, а там на катере еще один остался, да? И водила. Наведем на перерезание. Ешь, водилу съели. И тетечку эту съели. Минус босс, да. Че теперь?
Ага. Там еще один катер. Так, а мне текать не говорят? Так, где ты там, блин? Окей, где этот катер? Ешь, ешь. Ты, ну, пинается, слышишь? Ни хрена себе. Да, давай, 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 давай. Есть. Есть. Так, еще один. Вы серьезно? Ням-ням-ням. Да давай, уничтожай их, я хочу уже открытый мир. Боссы бесконечные или как это? А, все, слава богу. Скелли Петте. Это типа Биг Босс, да? В смысле? On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, this my daddy's iron, all right. But this ain't D-Shark, not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Акуленочек. Акуленочек. Нет. So I can identify next time I see her when I spear her. Вот урод. Ладно, грызи, грызи его. The tiny pup responds with an instinct for survival. Так тебе надо, хрен, будешь тебя с крюком ходить, блин. Я понимаю, что сейчас мы будем мстить, да, за этого маленького акуленка. Цель номер один. Цель номер два. Прям почти Джон Вик, блин. Man Eater. Окей. Так, я теперь маленький акуленочек. Теперь мы, наверное, будем расти, да? Комплит, окей. Теперь мы вольны делать то, что мы хотим. Что это? А, так мы отсюда приплыли. Да? Ага, а мы бить лапа еще не умеем. Мы слишком маленькие. Да, слабоваты, окей. Нам нужно найти маленьких ребешек сначала. Мы пока что слишком слабы для этого дерьма. Что у нас тут сверху? А как она вообще тут оказалась в каких-то джунглях? Ты ее типа вынесла оттуда? Окей. Рыбешки. О. Еще рыбешки. Опа-на. Ну, здесь можно было, конечно, поживиться до трупиками, но мы до такого опускаться не будем. Типа открытие зоны. А есть мапа. А мапа даже есть. Нормально. А, ну да, отсюда мы выплыли, а потом открытое море.
Пока что мы поплаваем по этим. Мне вон куда. Окей. Вот туда куда-то. Кушай, кушай, кушай. Угу. Вон. До возрастания, так понимаю, у меня типа опыт идет уровень. Да, чуть-чуть уровень растет. Окей. Что это? This shark is a sort of super scavenger, completely lacking in what may be called dietary discrimination. Заданница. Искать ящики, как обычно. Не, ну игра далеко не новенькая. Ты, иди сюда, мне тебя надо съесть. Ничего личного, только месть. А для мести мне нужно принести кого-то в жертву. Он третьего уровня. Меня он не бьет, да? Окей. Есть, кушай, кушай, кушай. Да, не густо опыта дали за это, окей. Так, а куда мне там плыть? Ага, тут направо, хорошо. Еще рыбешка. Ничто не станет на пути моей мести. Что это такое? Можем это перегрызть? Не? Тайгер боди. Лог. Сонар. А, ну, насчет бабок нету. А мутировать будем. Вон. Тайгер боди. Вон какая мы теперь, полосатая акула. Окей. Что нам это дало? Биться мы пока до сих пор не можем. Новая атака какая-то. Нет, не хватает у нас. Ну да. А, поставился. Exhibiting behavior more common to whales and dolphins, this shark is able to use biosonar to locate potential prey. Сонар. Сонар у акулы. Мы теперь дельфина-акула. Хорошо. Что дальше? Акула собирает бабки. Это мы пока не сможем собрать. Окей. Это папажа. Что это? Wild Combat. Это с рыбами сразу. Ух ты, ни хрена себе, это что было? Это ты, иди нахрен. Иди нахрен, долбанный крокодил. Ты с ума сошел. Я еще слишком маленький для такого дерьма. Вали, вали, вали. Мы быстрее. Мы не сильнее. Но мы быстрее, слава богу. Окей. Что нам дальше от нас хотят? Давай, а что это? Погнали пока сюда. Мы это не можем разрушить, да? Нам пока не хватает силенок.
и проскакать не можем, мы тоже очень маленькие. Ты охренели? Ты что за монстры, блин, такие? Где это твоя охота? О, впереди где-то. Где это 6 уровня, тварь? Вот. Ай-яй-яй, больно. Так на чем мелку надо? Так, одну захавали. Осталась большая. Иди сюда. Почти, 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 почти. Ну, крокодила мы не завалим, скорее всего. Я акула. Я король морей. Иди сюда. Есть. Так, это вкусняшки, вкусняшки. Так, у нас 1000 этих и 1000 капелек. Ага, вот показывает, что они дают. То есть для мутации нам нужны спирали ДНК. Иди сюда, блин. Иди сюда. Мне нужны твои спирали ДНК. Ням-ням. О, у нас сейчас будет level up. Так, эти дают какие-то минералы. Эти дают... А, черепашки дают минералы. Хорошо. Чуть-чуть минералов есть. Эти дают какие-то капельки. Тоже подфармили. О, мини-крокодил. Ох, ни хрена себе! Валим, валим, валим. Я думал, это мини-крокодил. Где-то перепрыгни тут куда-нибудь от крокодила от этого. Да, вот сюда. Давай, давай, прыгай. Прыгай, прыгай. Фу. Охренеть. Так, мы вроде побольше стали, да? Что это там такое на дне? В чем прикол? Типа можно слить воду тут? Так, мы акула уже 2 уровня. У нас есть что-то новенькое? Это охота, охота, охота. Ага, это те, кого нам надо вальнуть. Эволюция. Тут у нас больше ничего нету, только сонар. И тигровый скин. Окей. Так, нам нужно 3 уровень. До 3 уровня, кстати, осталось совсем немного. Где мы вообще находимся? О, блин, это кто? Крокодил. Пещера наша. Так, ну погнали, поизучаем чуть-чуть. По пути тут похаваем. А что она только рывок может делать и все? Да иди сюда, рыбка. Так, ну за босса у нас хорошо бустануло. Значит, надо пока поохотиться, да? А что тут ни одного человека нету?
я такой маленький, что не смогу даже съесть человека? Серьезно? Иди сюда. Хрум-хрум-хрум. Так, а где тут будет эта бумажечка? Бумажечка! Вот. Ну, я, скорее, сейчас не допрыгну до нее опять. Угу. Давай обратно. Ты 8 уровня, крокодил. Нет, 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 дружище, отвали. Меня поджидает, в каком месте он, а? Вот выродок. Мы пока слишком маленькие, мы не готовы. Мы не готовы. У меня еще нету рог, крыльев и копыт. Ты охренел? Так, куда мы путь держим? Кто у нас здесь? Еще одна маленькая рыбка. Окей, давай ее завалим. Главное, чтобы эта тварь отстала от нас. Ага, там еще один крокодил. Ты серьезно? Может, он отстанет от нас как-то? Где мы можем перепрыгнуть? А что это? Давай глянем, что тут в заливе. Стоп, где этот залив? Открыли какую-то зону. Третий уровень. Ну, какие мы злые. Ага, ты прыгать не можешь. Что это мы открыли вообще? Что это за... А, типа некоторые зоны еще открываются. Окей. Третий уровень. Но этот крокодил все равно нам еще страшен. Мы не можем ему сделать хороший кусь. Давай в воду ныряй. No one can tell what may be found in a shark's stomach. It's truly the ocean's garbage can. Мы destroy the target. Вот одна рядом сразу. Блин, ну крокодилы сильные. Вот один справа от меня. Какого он уровня? Этот же 8 уровня. Мы его не потащим. А вот рыбку вот эту. Тут налево, да? Эту рыбку вполне можем. Куда нам? Так, что я... А, ну назад. Где мой уровень? Почему не отображается хотя бы постоянно или иногда появляется? Окей. Не, крокодила нет. Тут направо. И туда куда-то. Да. Так, цель где-то перед нами. 8 уровня? Да вы охренели. Где эта цель? Это он? Мы крокодила 8 уровня не одолеем. О, еще ящик. Ну, зачем нам оплывать? Еще один знак. Какие-то крокодили эти.
тотемы. Блин, ну не завалим мы крокодила. Почему? Вот здесь крокодил, показывает рыба. Ну какого хрена? Ну, такое себе. Так, ну мелких ребёнок нам уже нету смысла вообще никакого есть. Они там... Давай, где черепашка? Так, где хоть кто-то? Аллигатор 8 уровня. Мы 3-го. Мы к тебе еще вернемся, дружище. Надо быть чуть-чуть смелее, сильнее. Так, много мелких рыбёх было. Он еще один аллигатор. Да, за рыбешек вообще понты очень дают, блин. Ну это вот этот. А нет, это все-таки рыба. 5 уровня, отлично. Главное, чтобы нам крокодилы не мешали тут в сражении. Минус? Нет, еще не минус. Ешь, ешь ее, ешь, ешь. Мы здесь акула, мы хищник. Мы хищник. А еще мелкая, блин. Мелкую мы за один заход съели. Таргет даун. Таргет крокодил. Охренеть. Тут хотя бы таргет пропал. Но не чересчур сильная, блин. Так, справа. Подкрасться мы к нему не сможем. Мне надо хотя бы 4 уровень. Тогда мы сможем попробовать завалить аллигатора. Окей. Ням-ням-ням. Приятного аппетита. Какого уровня ты? 8-го. Ну это до хрена. И ты не цель. Цель вон... Так, а нам... Если вот тут пропуть... Посмотреть, что это такое вообще. Давай попробуем. Там же вначале, ну, не должно быть там прям очень страшное все. Так, это нам сюда, да? В этот пролив. Да. А что там за цель? Кто ты? Кто ты, рыба? О! Какого уровня? 15-го, да вы с ума сошли. Это что, на дрожжах, что ли, блин, вырастают, че как? 8-го уровня аллигатор. 8-й еще, ну ладно, не так страшно. Давай тут перепрыгнем. Да, воздух, знаю. Забирай, это наш чемодан. 4-й уровень, отлично. Четвертый, восьмой уже реальней. Так, у нас есть какая-то мутация? Есть. Нету. Визит грота. Что за грота?
А, за грот-то. Надо посетить этот. Окей. А чё, я пацан могу только там, что ли? Почти прибыли. А чё такое все желтое? А, это грот, это вот эта моя пещера. Пещера эволюции. New ability. Окей. Обивочки новые. А где? Где? Так, мы стали страшно большой акулой. А, она так автоматически. Хорошо. Грот. Так, ну мы какого уже? Четвертый. Четвертый большие страшные. Ок. Тут у нас что? А, это бабки. Их чуть-чуть не достали. Давай еще раз попробуем. Что у нас это светится? Фонарик какой-то. Иди сюда. Ням-ням-ням. Так, ну теоретически теперь можно найти восьмого аллигатора. Хорошо, мы попробуем его вальнуть. Думаю, вот это будет он. Давай сюда сейчас заплывем. Там много красных ребёшек. Аллигаторы, восьмой. Здесь типа много аллигаторов, да? А, нет, здесь много мелких ребёшек. Да, попробуем, фигли. Ох, ни хрена себе. Там еще один. Мне нужна рыбешка. Рыбешка, срочно. Что ты отстал от меня? Блин, ну слабенькие мы пока. Они больно бьются. Подхиляться чуть-чуть. Иди сюда. Я так понимаю, что пока, чтобы есть человеков, нам еще качаться и качаться, да? Заниматься гриндом. Что это? Так, мы туда пробраться можем как-то со стороны? И посмотреть, что там за дичь. Что-то за куча меток таких. Где-то тут вроде можно пропрыгать.
А что, нигде не пройти, да? Тупо заплывать. Угу. Где тут был сундук? Какого хрена он? Ага, вот он. Так, что это за рыбешки такие? Нет, 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 нет. Мочи крокодилуса. Мы почти это сделали. Давай, кто кого? Кто кого, блин? Я отплыл чуть-чуть, сорян, мне надо это подкрепиться. Есть. Мочи крокодила. Еее! Ням-ням-ням. Ух ты ж, черт! Охренел совсем. Это было не вовремя. Тут мой кусочек. Все, пока. Пока, 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 пока. Чего они так помечены, что? Они чего-то много дают, чи шо? Опа, нет, двое это перебор. Двое это перебор, валим. Это не туда. Пока, пока. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Там что, рыбина какая-то за мной гонится первого уровня. Так, ну, аллигатора. Ой, блин. Что-то я припарковался неудачно. Аллигатора мы уже можем валить. Это хорошо. Да что ж такое? Давай сюда попробуем. Нет, не запрыгивает. Все окей. 15-й. Не-не-не. 15-й нам точно не по силам. Как минимум пока что. Так, ну что, где мы плаваем? Угу. До 15 уровня крокодил. Тут мы, наверное, тоже не проберемся пока, да? Да и там, наверное, будут такие динозавры плавать, что мы подохренеем. Мы еще слишком маленькая акулка. 8-й. Не, ну сам на сам, блин. Давай его хавать. Отстань. Ни хрена себе, он пинается. Отстань. Так, мне надо покушать. Черепашка, черепашка, спаси меня. Это ли ты, рыбка, спаси меня. Где эта тварь? Так что ж так больно ты бьешься, блин, а?
где эта тварь? Не-не-не, меня съели. Эх, респаун. Окей. Ну, блин, съели так съели. Это тоже надо увидеть. Мы оказались не самой сильной рыбой в этом болоте. Новые мутации? А где он говорит, новые мутации появились? Нет у меня никаких новых мутаций. Ну эти ладно. You can equip and... Не успел прочитать. Какие-то новые мутации. Где? Тут везде сонар этот. Странно. Ладно, на этом можно заканчивать тогда. Посмотрели, людей поели, крокодила съели, мелких рыб съели, потом нас съели. Ну, и нормальная игра, кстати, так залипательная очень. Когда делать нефиг, можно просто посидеть, да поплавать, всех поесть. И посражаться с катерами, с боссами, с аллигаторами. Поэтому, в принципе... Прикольно, залипательно. Так подпивасная чисто залипалово. Вот, поэтому всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставите лайк или что вы там всегда делаете. И всем пока. Дальше будет больше. Don't get it twisted, baby, I snatch souls. If we murder, she roll. 1, 2, 3, let's go.